Всем привет! Меня зовут Влада, я из города Уфа, мне 26 лет. Расскажу свою историю, как я пришла к торгам по банкротству. Я долгое время занималась параллельными темами, такими как продажа госимущества через торги, продажа арестованного имущества через судебных приставов, госзакупки, где торги проходят тоже в форме аукционов. Но тема торгов по банкротству была не изучена мной, хотя очень хотелось. Но я считала, что именно это направление имеет очень много нюансов и подводных камней, и без сторонней помощи мне будет тяжеловато ее освоить. Позже я увидела в интернете интервью Давида Викторовича в программе «Капитал» на тему торгов по банкротству. И после, посмотрев вводный тренинг Давида и Павла, у меня уже не оставалось никаких сомнений, то, что этот курс пройти просто обязан, и упустить этот такой классный шанс не имею права. Ну, собственно, так и началось наше увлекательное двухмесячное обучение этому нелегкому, но очень интересному бизнесу. Что касаемо самого курса. Лично мне очень нравилось, что мы идем последовательно, от раздела к разделу, не перескакивая от одного к другому. Я убеждена, что наставники вложили в этот курс весь свой богатый опыт, что в одном разделе, в одной теме освещены все возможные и невозможные вопросы и аспекты проходимой темы. В этом я убедилась, когда при общении с инвестором мне был задан вопрос касаемо рисков и гарантий. И как по щелчку у меня в голове всплыла фотография слайда из презентации урока, на которой как раз Давид Викторович рассказывал нам про эти самые риски и гарантии. И я уверенным текстом отрапортовала инвестору всю полную исчерпывающую информацию по пунктам, что у него просто не осталось вопросов. Это на самом деле очень здорово. Плюс физико-математический факультет моего университета, где я обучалась, убедил меня в том, что самое лучшее восприятие информации происходит тогда, когда она систематизирована, поэтапно, даже где-то схематично и четко по пунктам. Так и было на нашем курсе. За это отдельное спасибо просто. Также хотелось бы сказать спасибо за то, что наставники обучали нас по системе от сложного к легкому. Я говорю о том, что мы на собственном опыте прочувствовали все сложности работы по мониторингу лотов без дополнительных сервисов и агрегаторов. Столько времени у нас на это уходило, столько сил. Но когда нам сообщили о таком сервисе, как Т-банкрот, нашему счастью просто не было предела. С другой стороны, сломайся сейчас этот сервис Т-банкрот, мы не растеряемся, мы сможем и без него найти всю необходимую информацию, потому что мы это умеем. Мы во время обучения копали с самых низов, как говорится. Напоследок хочу сказать всем тем, кто еще думает обучаться, не обучаться и только собирается сделать этот шаг, сомневается, стоит ли, скажу, что обязательно стоит. И не потому, что это все легко и весело. Нет, на самом деле все это очень непросто, и попадаются, мягко скажем, недобросовестные конкурсные управляющие, которые всячески вставляют палки в колеса, и бывают какие-то другие неприятные вещи. Но на самом деле все это ерунда и мелочи по сравнению с тем, какие эмоции ты испытываешь, когда видишь свою фамилию напротив строчки «победитель» в протоколе подведения итогов торгов. Плюс я не говорю про то уже, как увлекателен сам этот процесс проверки объекта перед подачей заявки, потому что были случаи, когда приходилось включать ФСБшника и выяснять информацию, выискивать фотографии об объекте всеми немыслимыми способами, только потому, что у конкурсного управляющего не было никакой информации, и должник не выходил на связь. Бонусом ко всему, благодаря этому курсу и сообществу ДНБ, есть ребята, с которыми мы запартнерились, стали друзьями. Это на самом деле очень ценно, встретить людей, мыслящих как ты, и занимающимся делом, любимым делом,
телом, которое нравится. Ну, собственно, все. Еще раз хочу сказать огромное спасибо Давиду, Павлу, нашим наставникам, Алексею, а также Аркадию, который был с нами все 2 месяца и помогал нам во всем. Все, желаю всем удачи, будем работать!